всем привет! Сейчас мы направляемся в городок, который находится от нас в 50 километров. Городок называется Дорсна. Это коммуна в губернии Мёре-Окромсдал. Административный центр коммуны – город Дорсна. Официальный язык коммуны – нюнорск. Население коммуны на 1 января 2020 года составляло 10 825 человек. Традиционно было важным рыболовство, но на данный момент, на сегодня, в муниципалитете судов морских очень мало. В Арцалсфорде и Стофьорфорде выращивают лосось и треску. Еще здесь находится, недалеко от границы с городом Волдой, между Волдой и Орстой, расстояние около 10 километров. И в муниципалитете Дорста находится аэропорт местного значения под названием Хоупли. И отсюда есть маршруты в аэропорт Бергена, Фрисланд, аэропорт Тронхейма, Бернес, Осло даже есть. Есть еще Гардермуэн. Вот так вот выглядит примерно этот городок. Небольшой обзор. Очень кратко, немножко зимнего настроения. До 2008 года между Орстой и соседними муниципалитетами Ульштейн и Харейд существовало только паромное сообщение. Но с открытием в феврале 2008 года Экскунского туннеля протяженностью около 8 километров, если быть точнее 7,8, сейчас проще добраться. Туннель, проезжаешь туннель, и ты уже в Орсте. Правда, два туннеля, по-моему, мы проезжали, если я не ошибаюсь. И вот какая красавица встретилась нам. Очень красивая елочка. На этом я заканчиваю свое небольшое короткое видео. Всем удачи, благополучного, здоровья. Доброго времени суток. Пусть все сбывается, все самое лучшее. То, что вами задумано, все пусть сбудется. Пока-пока. До новых встреч.